С исполнения задорной песни о картошке начался конкурс, к которому предприятия, организации и учреждения нашего города готовились заблаговременно. Ведь для того, чтобы выставить на всеобщее обозрение картофельные шедевры, вначале потребовалось их придумать, а затем изготовить. Готовились, как только назначили, так и готовились долго. 2 недели, месяц. Комиссию удивляли не только разнообразием, но и необычностью ассортимента. Попробуйте, зона лучше, вируса победим, горло не болит, жира собери. А самое замечательное, дорогой, антипохмелье. Центральную районную больницу отметили в номинации «Юмористичность». А веселые девчата предприятия «Подсолнечник» поразили членов жюри оригинальностью. Для вас вдвоем мы спляшем, и народ повеселим, и от души попросим отведать угощение из картошки любимой. Мы вам сейчас дадим, и от души попросим отведать угощение из картошки любимой. Мы вам сейчас дадим. Студенты химико-технологического колледжа не только угощали гостей, но и не забывали прославлять свой город. За что были отмечены сразу в 2 номинациях – самые артистичные и музыкальные. Город свой мы очень любим, здесь родились, здесь живем, отучимся работать, будем, создаем и победим. А работники детсада №3 были названы самыми хлебосольными. Они потрудились на славу, изготовив своими руками сладкий герб Уварова. Частичка России, Уваров наш, пусть крепнет, растет, процветает все краше. Искусно выполненная съедобная жар-птица, картофельная поляна с растущими опятами – все это в музыкальном сопровождении было представлено лицеем. Он был удостоен звания «Самый поющий участник». Смотрите, кто на праздник там идет, это Ванечка картошку несет. Ярмарка ты моя, святая моя, Что интересно, на каждом выставочном столе главной виновницей торжества картошка выглядела так, будто только что с пылу с жару. Секрет раскрыл коллектив детского сада «Солнышко». Своим теплом и добродушием сохранили горячую картошку. Из другого дошкольного учреждения приехал целый музей. На удивление всем, чудо-печка оказалась на редкость хлебосольной. А ну, по щучьему велению, по моему хотению, пеки, печка, блины масляные, пироги вкусные! Покупайте скорее, чтобы было веселее. Впрочем, я не продаю, я вам даром все дарю. Сотрудников администрации наградили за лучшее художественное оформление. Самая большая делегация показала сценку «Кто поедет на картошку». Налево, в автобус шагом марш и на картошку, а остальные направо, пешком за мной на картошку. Антошка, Антошка, пойдемте на картошку. После прохода комиссии по рядам отведать невиданных блюд смог каждый желающий. Расхваливая драники, испеченные кадетским корпусом, жители Уварова все же отмечали, что не это самое важное. Настроение у людей самое главное. Самые задорные, культурные, экзотические. Каких только званий не удостоились участники конкурса, которых насчитывалось 15. Но абсолютным победителем жюри признала детский сад «Ивушка». За эту пышущую печку, из которой каким-то образом практически сама собой подавалась и картошка, и пироги, и угольки вылетали. Спасибо за идею. Поздравляем. Еще долго на площади не умолкало веселье. Самые разные развлечения были подготовлены организаторами праздника широкой ярмарки для всех возрастных категорий – горожан и гостей нашего города. Мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездит такси, но нам нечем платить. И нам незачем ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка, мотай. Ирина Мерзлякова, Варвара Павлова, «Наш город».